Госдума может принять новый закон о наказании за склонение к допингу. Проект разработали депутаты ЛДПР и «Единой России». Если принимать запрещенные вещества спортсменов заставляет тренер, то ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или ограничение свободы на год. Если кто-то угрожает спортсменам насилием, то штраф 500 000 и срок до 2 лет. Ну а если допинговый прессинг приводит к смерти атлета, то виновному светит до 3 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.